Итак, всем привет, с вами Дабгэ. Продолжаем мы нашу серию прохождений за различные страны. И так как был очень большой интерес к Японии, продолжим мы именно за нее. Давайте посмотрим, что у Японии есть. Во-первых, я сразу вижу, что она следует какую-то херню. Да. Давайте перейдем к железным дорогам, потому что нам нужны будут железные дороги. У нас строительство отсталое, надо это пофиксить. Поднять налоги, понизить зарплаты, все как обычно. Господи, сколько здесь потребительских налогов. Яишко явно 1500. Откуда столько? Ага, от изоляционизма у нас плюс 50%. Я понял. Еще и политик-эксперт, господи. Авторитета просто мерено-немерено. Еще и влияние тут куча. Окей. Давайте вот, пойдем в технологии здесь. Посмотрим сейчас, что у нас здесь строится. Университет строится. Кстати говоря, инновации не самые плохие. Пускай достроится. Мне, в принципе, это устроит. Но вот это я строить не буду. А далее вопрос такой. У нас есть железо? У нас железо не производится. Давайте это исправим. Нет, у нас железо производится. Ну-ка. Да, ошибка. Производится. Инструменты тоже производятся. Отлично. Значит, не все так будет сложно. Давайте сразу же закажем себе побольше железа. Потому что нам нужно будет сейчас стройку разгонять. И инструментов тоже. Кстати говоря, показатели не самые плохие, так что нормально. ВВП у нас такой средненький, мало-средний, я бы сказал. В принципе, не маленький, потому что 11 место, да, почти что в топ-10. Но, конечно же, все равно очень маловат для, допустим, нашей прошлой страны. Вот она, Германия, прекрасная. Посмотрим, что с ней как будет. Ну что ж, поехали. Вот сократим строительные сектора чуточку пока что, пока у нас железа не хватает. Ну-ка, сейчас это должно и цены немножко изменить, кстати говоря. Что у нас по армии? Давайте армию тоже переведем пока на дешевое. Все, не будем особо тратить на это денег. И сейчас с методами тоже займемся. Поставим хорошие методы. Будем сейчас добавлять то, чего не хватает. Ну, допустим, свинца пока у нас нету, мы не будем это делать. Ну, вот сюда вполне себе какие-то методы можем поменять. А здесь, наверное, у нас особо-то и нету, что изменить. Инструменты здесь и так есть, земледелие все равно у нас пока без, без удобрений. Ну да, здесь везде все есть, в принципе. Давайте все-таки построим, наверное, свинец еще, да? Хотя бы... Только здесь можно поставить только одну. Давайте пятерочку свинца поставим, только перед этим доделаем железо. Так, свинец достроим. У нас его ведь нету пока что, верно? Ну да. А, нас видите, здесь есть нехватка стекла. Соответственно, мы просто стекло переведем на новый этот, на новый метод производства. С подстроенным свинцом должно быть, я думаю, нормально. Мы пока что в плюсе, видите, можно в теории построить побольше. Но я хочу избавиться от процентов, 6000, это достаточно много для нашей страны. Избавимся от процентов, потом будем строить уже, стараться примерно в ноль. Сразу же переведем стекло на уровень повыше на первый. У нас просто есть три уровня, да. Мы на один, на первый свинцовый, так сказать, переведем. Чтобы шахты свинца имели заказы, чтобы они росли. А здесь, кстати говоря, мы не можем этим парням мешать, потому что нам нужно со всеми хорошие отношения. И как вы можете заметить, я забыл сказать, пытаемся мы отменить крепостное право. Потому что это, в принципе, одно из главных... Одно из главных препятствий для того, чтобы Япония хорошо развивалась. И первый прок неудачный, к сожалению. Ну давайте возьмем, наверное, нижний, да? Здесь хотя бы шанс не уменьшается. Будем все еще пробовать прокнуть. У нас, кстати говоря, кредит выплачен. Теперь можно сделать что? Правильно, построить один сектор обратно. И нам на самом деле бы очень сейчас стоило бы железо достроить по-жесткому. Свинец мы, видите, привели хотя бы в порядок, чтобы он не создавал этот вот дебаф. Но вот дебаф железа у нас есть, и его надо срочно пофиксить, потому что это влияет и на инструменты, и самое главное, на строительство. Видите, строительные сектора не работают на полную. Это очень неправильно, и это очень быстро надо пофиксить. И вот мы смогли это сделать. Я... Вот, конец, переключился на интеллигентов и крестьян, видите, они на самом деле имеют неплохие шансы дополнительные. К монахам добавил, и в принципе мы смогли их, смогли этот закон отменить. Отлично. Это, можно сказать, сделало половину нашей работы здесь, да? Но,
Но нам все еще нужны школы, нам все еще нужно вот эти три закона сменить, да, чтобы Сёгун не душил японцев в будущем. А начал бы я, наверное, со школ, потому что образование это самое главное, от него разгоняется все. И давайте, конечно же, государственные школы, интеллигенты и промышленники. Соответственно, что мы делаем? Правильно. Всех, кроме интеллигентов, выбрасываем из дополнительных партий, так сказать. Промышленников добавить нельзя, они еще пока слишком маленькие. Сёгун, кстати говоря, потихоньку будет свои позиции теперь терять. А мы могли бы еще поменять генералов, но этого делать точно не буду, потому что я не хочу себе заблочить следующие законы. Под конец, кстати говоря, у нас есть кого добавить? Опять же. Нет, все. Это наш финальный процент. И мы будем пробовать, собственно говоря, этот закон принять. Сначала я важную теху уже. Этот насос. Да. Теперь это даст нам побольше производства, но надо перед этим построить уголь. Потому что угля у нас, как видите, нету. И с углем это уже точно, потому что у нас не было вообще никакого спроса на это. Поэтому мы достраиваем вот это вот железо. Так, отменяем, кстати говоря. Сейчас посмотрим, где нам там надо строить уголь. А, вкис сюда. Делаем здесь 10 шахт. Того, отменяем в канта эдикт. Ставим эдикт здесь. Продолжаем строить, но вот этот рудник пускай уже будет достроен, окей. Железо у нас хотя бы нормализировалось, не дает дебафа на производство. У нас одежды очень не хватает, но население может потерпеть, в принципе. Да. Кстати говоря, уровень жизни уже потихоньку растет, но это в основном, я думаю, из-за крепостного права. А, так вот. Там было, кстати говоря, 17. Промышленники, как будто, да, уже отлично, их можно будет сюда еще добавить к шансу. Угля у нас сразу не будет спроса, поэтому нужно будет начать переключать. И можно, знаете, как это сделать? Вот так. Пускай уголь создается. Спрос на уголь создается в угле. Забавно, да? Потому что вот сюда добавляется уголь. А, нет. Блин, хитрые разработчики не добавили спрос на уголь в угле. Ладно, ну на свинце тогда пускай. Чтобы просто эти шахты развивались. Вот мы приняли госшколы тоже. Но с нам законами на самом деле очень неплохо везет. А на Германию, по-моему, нам не так сильно везло. На России нам везло очень сильно. А госшколы есть у нас. А теперь что нам можно подумать? Полиция, чиновники? Чиновники было бы очень хорошо. Это дало бы нам очень много денег. А полиция бы ослабила Сёгуна. И попросила бы принять вот этого закона как раз таки. Да. Что Сёгун, я думаю, против. Конечно. Поэтому давайте начнем все-таки с полиции. Ослабим влияние Сёгуна, а потом уже добьем это влияние, сменив чиновников. Ну и, конечно же, ополчение тоже надо было бы сменить. Мы с Японией сделаем конфетку. Добавили мы спрос на уголь. Поменяли уже здесь параатомные насосы. Атмосферные, извините, атомные, господи. И на самом деле железо у нас теперь в нормальном количестве производится, да? Единственное, я вижу, что на уголь недостаточно спроса. То есть, ну, я ожидал, что нам нужно будет прям очень много угля, но походу вот так вот мы и ограничимся этим углем. Ну да. И потом, как и было задумано, будем строить инструменты, плюс надо сейчас еще что-нибудь дополнительно перевести на твердую древесину, потому что у нас, как вы можете видеть, ее немножко не хватает. Вот так вот будет нормально. Обычной древесины теперь не хватает, но это дает не такой плюс большой процент к базовой стоимости. У нас, кстати говоря, золото добывается. Это где? Это на Хоккайдо. Вау. Приятная новость. Кстати говоря, помните, мы на России заколонизировали здесь территории. Ну что поделать? О, а вот и... Господи, как нам везет с законами. Это просто жесть. Чтобы мне так в моих играх, на моих странах везло. Это просто что-то невообразимое. Назначаем чиновников, ну-ка. Радикализация, нет, мы не можем их радикализировать. А полное разделение, вот это можем. Давайте-ка будем вот это делать. То, что их не радикализируют, это же все будет, да, радикализировать. Поэтому давайте вот это вот поправим. Начнем с религии, наверное. Потому что это же тоже, да, будет? Да, будет. Поэтому давайте религией займемся.
Блин, ну если это прокнет, это просто жесть. Это просто что-то невообразимое. Итак, я думаю, мы можем, кстати говоря, еще один сектор построить. У нас сейчас из-за бюрократии не хватает немножко. Понимаю, это из-за того, что да, мы образование ввели у нас, поэтому бюрократия подскочила по затратам. Поэтому давайте достроим один сектор строительный. И на самом деле прям побольше бюрократии надо построить. Давайте. А, ну как раз-таки в конце и надо. Поэтому давайте не стесняться и строить побольше. Инструменты пока надо было вниз. Окей. Чтобы еще и школы поднять, потому что мы можем поставить второй уровень, надо его ставить, значит. Так, ну здесь в этот раз не прокнул драматург. Давайте тогда бы с этим. Но это было бы слишком сильно, если бы у нас еще это прокнуло само. Мы и так уже просто, ну, сделали основное. Мы отменили крепостное право, добавили школы. Как бы основные вещи мы и так уже сделали. Полицию поменяли. Ну, вот опять же, хочется еще вот эти два закона, да, поменять яишки. Но вот здесь вот надо еще чуть-чуть подождать, чтобы было до минус 9. У нас вместе с этим рынок бумаги подскочил, да? И на самом деле стоит построить чуть больше бумаги. Наверное, сразу, заранее. Хотя, давайте достроим уже вот это вот. В идеале бы, конечно, закон еще поставить пораньше. Так что давайте, короче, достроим одну бумагу. И потом достроим дальше бюрократию. Потому что все-таки чем раньше мы вот это поставим, тем лучше. Так, следующий ивентик. Ну, минус 20% срока за одобрение, окей. Выглядит абсолютно нормально. Кстати говоря, по правительству можно будет кого-то доставить, да, или нет? Нет, никого нельзя будет доставить, окей. Значит, это наши финальные 10%, 14% от интеллигентов. Кстати говоря, мы подстроили бюрократию, мы же, надо понимать, еще и налогообложение, да, фиксим. И у нас на фоне этого баланс еще больше растет. Так что я думаю, можем построить еще 3, а может даже 4 строительных площадки, да? Пока ивенты проходят хотя бы позитивные. Уже 40%, так что я думаю, мы вполне себе сможем принять этот закон. И к тому моменту мы сможем поменять закон на вот этот. Потому что нам еще налогообложений не хватает, 25% нас очень сильно забустит. Ну, у нас в будущем яишку. И вот уже, да, Сёгун немножко остыл. Можно будет чиновников поменять. Кстати говоря, что по влиянию? Сколько оно уже упало? С 56 до 37. Вот это вот я одобряю. Добавляем производство серы, чтобы переключить бумаги на новый процесс. Тоже. А на самом деле, даже на фоне этого, я думаю, можно будет сократить. Блин, каждый раз это наверх перескакивает. Так неудобно. Блин, зачем-то они это сделали. Можно будет переключить бумагу и не достраивать лишние заводы, на самом деле. А вот мы получили железные дороги. Отлично. Основные, так сказать, образующие техи мы яшки дали. Даем сейчас еще сельское хозяйство. И потом, я думаю, надо будет. Вот сейчас мы вот это вот достроим, да? Немножко еще стали добавить. Что построим железные дороги, получается, двигатели добавим. И после этого уже надо фулл науку добавить. И я думаю, на этом все, что мы хотели здесь сделать, будет готово. И давайте-ка построим нейро все-таки уже. Опять-таки, потому что инновации, чем раньше мы получим, тем лучше. Образованность у нас тоже растет теперь. Если тут мы здесь качаем, можем еще и, в принципе, правоохранительные органы выкачать. Полное разделение есть. Давайте назначаем на чиновники теперь. Пробуем. Должны мы их сделать. Мелкие буржуа мы таким-то не сможем, так что, опять же, все на интеллигентах. У нас теха готова на плюс образование. Да, исследовалась сама. Так что берем еще плюс образование, и уже будет третий уровень, а этого уже достаточно для очень-очень большой игры. Так что Япония теперь будет обучаться, развиваться. ВВП у нас тоже, смотрите, мы уже подвывели на 10 место. Было, по-моему, 22 на старте. Что, кстати, в Германии 188 миллионов. Мы начинали, по-моему, 193, господи. Нормально, растут вроде. Мы где-то на 150 их оставили, да, наверное. Но это хорошо. Россия на следующем месте идет, тоже не особо отстает. Рост очень уверенный. Я доволен, так сказать, своими детищами. Блин, здесь вот нам уже не так везет. У нас сразу плохой ивент. Даже не знаю, наверное, стоит. Блин, можно попробовать. Ладно, этот ивент не самый плохой, потому что он хотя бы не повышает, не уменьшает, точнее, шансы успеха. Но если будет еще один ивент на шанс успеха, я, наверное, отменю.
и начнем пробовать армию делать. Так, мы, кстати, расстроим уже ЖД, поэтому давайте построим сразу здесь двигатели. Но перед этим нам нужны сталелитейные заводы. И еще делаем ишки вот эту вот прекрасную вещь. Повысит это тоже доходы чисто с налогов. И поставим здесь стандартную систему хранения. В принципе, бумагу вроде как повысили, да, в производстве, да, ее нормально теперь. Можно будет переключить бюрократию на новые техи и микро достроить, если что, еще дополнительно. У нас, кстати говоря, есть теперь удобрения. Смотрим, отсюда получим. Мы, получается, 60 удобрений. Можем их куда-нибудь сюда и закинуть. Давайте не везде, потому что у нас на все не хватит. Ну, вот так вполне себе. И насосы тут сразу ставим. РЖД, чтобы они получше окупались, давайте поставим на перевозки еще что-то. Это перевозка, кстати говоря, становится слишком дорогие, но это только потому, что у нас ЖД пока очень мало. Это будет немножко... Так, ясно. Чиновников не будет. Это будет немножко бустить доходы ЖД. И таким образом они должны строиться более активно. Яичко в будущем, возможно. Возможно, он просто отменит закон, отменит метод производства. Хотелось бы мне, наверное, сменить еще традиционализм, на самом деле. Тут, наверное, важнее сменить. На свободную конкуренцию не получится, да? Да. Все-таки изоляционизм здесь вот. И то, конечно, хотелось бы сменить. Но давайте начнем, наверное, с аграрности. Здесь шансы просто очень низкие. Так что давайте перейдем, наверное, все-таки на аграрность хотя бы. Вот сюда вот. Это селяне. Хотя давайте. Давайте попробуем открыть рынок. Просмотрите. Вот это вот даст больше построек внутри. И самое главное, это уберет вот этот дебаф жуткий на потенциал налогообложения. Это ишка даст просто больше денег. Но вот это даст больше, так сказать, развития в теории в будущем. Вообще надо и тот закон, да, поменять. Ладно, давайте аграрность все-таки, да. Яишки лучше давать деньги сейчас. И вот так вот выглядят наши следующие постройки. Минусы вот эти вот достраиваем, да. Нам немного инструментов стали, не хватает на рынке. То есть вот так. А потом достроим еще немножко угля. Между, я посмотрел, у нас есть золото, конечно же, будем забывать его. А потом у нас этот вот дикий минус по одежде тоже покроем, и, наверное, это повысит уровень жизни, потому что у нас не хватает одежды людям вообще никаким походу. Итак, что же, я думаю, на этом можно было бы закончиться, уже почти закончились эти самые 10 лет, да. И мы и так уже очень много сделали в этой Японии. Ну, ВВП подняли на 10 миллионов, но это объективно немного. Да, Германия, вот смотрите, развивается какими шагами прекрасными. Хотя от Франции все еще отстает. Хотя, помните, мы Францию в войне победили. О, нет. Что вы наделали? Что вы наделали? Где-то здесь вот, наверное, был потерян Эльзас. Возможно, вот здесь. Что вы наделали? Ладно. Что нам с этим можно поделать? Ничего. А Россия здесь не особо что-то поделала, да, сама. Тоже просто они хорошо развиваются, но, опять же, французы развиваются лучше. Еще и население у них больше. Французов надо нервить, я считаю. Но опять же, вот этот вот рынок, вот этот выход в рынок Британии очень сильно их всегда бустит. А в любом случае, ребята, с вами был Лобгай. Обязательно пишите в комментариях, за какую страну мне поиграть в следующей серии. Скорее всего, это будет США, но все не точно, все неоднозначно. Вот, ставьте лайки, оставляйте комментарии, все как обычно. До скорых встреч. Пока.